Всем привет, всем доброе утро. Мы проснулись наконец-то. Я уже разбомбила кровать, короче, поменяла постельное и забрала подушки. Подушки у меня идут чисто наволочки и набиты вот такой вот штукой. Не знаю, что это, синтепон. Синтепон, наверное, потому что он сбивается. В общем, я их растребушила. Одна лежит на балконе, одна на подоконнике. И так вот, на диване пока будет. В общем, мы сегодня никуда не поехали, назвали родители на шашлыки, но у нас сегодня что-то нехорошо себя чувствует, поэтому мы сегодня дома. Время 2 часа, мы еще не завтракали, хочется почему-то кушать. Действительно, почему же хочется кушать? И я хочу поджарить просто яйца. Просто хочу жареных яиц. У меня еще есть черный хлебушек, я сделаю бутербродик и кофеек. Все, прям идеальный будет завтрак. Что у нас еще есть? А что у нас еще есть? У нас где-то тут даже авокадо бедное, несчастное, уже совсем почернело, надо его сегодня доесть. Вот, сейчас пожарю яйца, не знаю, Варварке тоже спрошу, может, она тоже яйцо съест? Она любит яйцо без желтка, я могу ее пожарить без желтка. Нашла классный вариант, как жарить яйца. Просто берете сковороду, надо ее сейчас смазать маслом, чуть-чуть подсолить, чтобы это ничего не прилипло. И потом яйца сначала выливаете белок, вот вы его разбиваете и не просто вываливаете, а сначала белочек, вот как отделяют яйца. Вот она моя девочка, белая вся как смерть, под глазами красно. Ужас. А потом уже желточек ложите, и тогда они равномерно жарятся. Желток остается жиденький, а белок быстренько поджаривается, ничего нигде не прижаривается. Получается просто, просто идеально. Вот, так что, вот такие вот дела. Будем готовить завтрак. Сейчас у Варварки спрошу, будет ли она яйца. Вчера поздно так спать легли, вообще просто. Сегодня никуда не ходили, ни на площадь, никуда. У нас сегодня, кстати, очень тепло, 20, уже 20 градусов, 21 даже, можно сказать. Вот. Не ходили мы сегодня в Парк Победы, мы сегодня неправильные люди. Варварка с праздником, кстати, всех, с Днем Победы. Варварка ходила с классом, мы ходили на аллею туда гулять, там, говорят, аллею засадили КСВО. Аллея памяти сделали, почему-то посадили рябины. Кто знает, почему садят рябины? У нас вот посадили рябины. Вот аллея памяти СВО будет у нас. Вот такие вот дела. Хотели кушать, я сделала бутерброды, черный хлеб, творожный сыр, авокадо нашла и яйцо поджаренное. Супер классный рецепт, нашла, как жарить яйца, чтобы они не поджаривались вот этой корочкой, не делались и прожаривались. Белок и желток оставался жидкий. Вот так вот, я вам его рассказала, но я сниму видосик коротенький и можно будет посмотреть. Всем приятного аппетита! Алиса с Варваркой прогуляться немножко. Я вот так оделась. Надела, наконец, новую кофту, которую еще в Новосибирске покупала. Ну и некуда мне особо одеваться. Варварка так нарядилась. Аленушка дома будет. Она у нас отдыхает. О, и я увидела, что кто-то не заправил кровать. Кто бы это мог быть? Ну, я. Угу, смотрю, все валяется. Короче. Да, на улице 20 градусов. Когда было 14, мы просто пошли. Там по людям не скажешь, что там 22, что там настолько тепло. Кто-то в куртках, кто-то в шапках вообще идет. Кто-то в шортах. Там шел пацан, который был в куртке и в шортах. Да, зимой я тоже таких видела. Ну и так чисто. За молоком. Мы все купили, забежали домой, поставили. Сейчас возьмем. Решили взять Нику. Ты хотела эскимо. Оно единственное, какое там было. Решили взять Нику и пойти на площадку немножко погулять. Взяли суши покушать. Аленке таблеточки взяли, какие ей нужно пить. Все, и побежали. Надо попить водички. Я переодела. Поудобнее надела рубашку. И с Никой пойдем погуляем. Ника уже всех пооблаяла. Уже блин, это... Стой. Да, блин. Чего? Ну и она... Я ее не вела никуда. Она пописала. Нет, она пописала. Уже облаяли голубей. У нас тут плохо, очень много голубей. Она
любит на них очень лаять. Она как колокольчик вообще. Аленка из-за этого не любит с ней гулять, потому что она привлекает внимание. Куда? Господи. Смотрите, чел в окне. Просто стоял. Сейчас Варька говорит, мама, смотри, он просто на балконе на краешке стоял. Это наш неадекватный сосед. Да, это наш подъезд. И это тот сосед. Пипец. Как раз мы под ним. Да-да-да, он же напротив нас живет, на площадке, получается, да. Ёпрасте, вот надо быть таким неадекватом. Прыг-скок. Мы уж всех голубей пооблаяли, пошли. Пошли. Возвращайтесь, ты вы туда и обратно сбегайте, как раз пока я иду. Только в лужу, Варь, смотри, чтобы она не забежала. Снимали тренды тиктоковские. И наконец-то нам освободили площадку. Здесь собачка гуляла, просто мы не пошли. Она даже выходила как бешеная. Но она просела, потому что необдуманный поступок был. Закрываемся. Закрывашечка. Она вообще не закрывашечка. Нет, она не закрывается. Тут все продумано вообще. Не для людей. Так что мы ее отпускать не будем. Она будет на поводке ходить. Нет, Варя, она должна, она просела дверь. Она не должна, ну смотри, она должна вот сюда заходить, на эту. И здесь должна была быть закрывашка. Ладно. Мужик, видимо, закрывал. Мужика было закрыто. А, он, может, приподнимал двери. Это для собачек, а не для детей. Ника уже всех пооблаяла. Просто жесть. Ой, мы сейчас с Варькой такой тренд классный сняли. Классно. Аж устала. Столько кадров было. Хотя мы без дублей, прям с первого дубля все сняли. Повторных. Ну это для собачек, Варя. Ты сейчас все штаны замараешь. Ты же не собачка. Это собачки должны туда забегать. Наши не умеют. Так что это не для наших. Гав-гав. Держи. Ну, может, конечно, дверка так и закрывается. Ага, ты смотри, она оттуда звезданется и все. Она боится высоты. Куда ты ее прешь? Варь, у нее инсульт будет. Король лев, точно. У нее инсульт или инфаркт, ее хватит. Что она на такой высоте. Для больших собачек. Подержи. Давай. Тени, Варвара, оф, оф. Капец, ты что, я не перепрыгнула-то? Оп, тебе надо эту зону препятствия, все, закончилось. Молодец. Видите, как у нас украсили садик, тут недалеко, ой, муха, отстань, от нас садик. И вот стали вот так вот окна часто украшать, не знаю, только у нас в городе такая традиция или везде. Ну вот, всякие птички, к Новому году все время снежинки, а вот 9 мая вот так вот красиво. Мы пошли домой уже, все, нагулялись. Смотрим фильм «Месть третьего лица». И буду стричь вот эту девушку. Красивую. Нормально я тебе показала, ты со спины сидишь. Посмотрим, какая она красивая станет. А в общем, это наша До. До, пойдем стричься, красоту наводить. Я чуть-чуть переборщила со стрижкой. Поставь хочешь. И теперь у нас маленький бочоночек. Голова маленькая. Большой бочоночек с маленькой головой. Да, голову я слегка перестригла. У меня сломалась и самая важная это насадка, троечка. И поэтому... Нет, функция не сломалась. Вот смотрите, жирочек у нее. Тут, вот, это, вот тут вообще стричь неудобно. У нее эта складка прям тут и вот здесь. Ну, будет такая, обрастет. Обрастешь, да? Сейчас пойду ее помою. Вапки подстригли. Ногти подстригли. Ай, все, скажи, я теперь красотка. Ну, непривычно, конечно, вообще непривычно. Когда голова маленькая, я поэтому голову не люблю стричь. Я всегда меня так вот обкоцаю ей голову чересчур. И она смотрится, как будто бочонок. И такая маленькая такая головушка. Вишенка на торте. Да, ты вишенка на торте.
Сейчас бы скажи тортик, бы съела. А лучше кабашку. Да, Коки? Лучше кабашку? Пойдем мыться. Ой, Тима, я красивая, красивая. Рыжулечка, мы смотрим по-прежнему сериал. У нас еще... Ох, что-то такое. Что тут за шишка у тебя? Какая-то шишка, надо посмотреть. Нашла спрей, надо заказать от клещей и от этих... От всяких блошек, от всего спрей специально обрабатывать. Вышла на улицу, обработала ее, и она бегает спокойненько. Да? Девочка. На ночь, глядя, мы решили все-таки приготовить пироги. Алена трет у нас яблочко. У нас уже готово тесто. Вот оно, надо еще посуду помыть. В общем, тесто готово, сейчас я его буду выкладывать. И будем печь пирожки. На ночь глядя, почему бы и нет, 20 минут 12-го, почему бы не испечь пироги. Да. И все еще смотрим наш фильм. Осталось 3 серии. А вот, кстати, Никочка. Я же не показала Нику после. Или показала. Она такая теперь не такая, как обычно. Такая девочка. Красивая, красивая. Красивая, красивая. Вот так смотри, такая еще лапки сложила. Давай, хвали меня, хвали. Хвалите меня, я привыкла. Хотела показать именно вот эту половину. Да подожди, ты хочу показать, какой красивый пирожок я спекла с яблочком. Не трогай. Хорошо, не трогай. Это первые четыре. Похоже на сырники огромные. Нифига себе сырники. Не, говорю, на сырники огромные. Тут еще в окне. Тут еще одна партия у нас печется. И тут тесто еще, наверное, останется даже. Можно его на завтра куда-нибудь. На картошку. Но если ты картошку завтра сделаешь, то будет с картошкой. А там не фокусируется. Во. Ночью пироги есть, конечно. Без 20:12. Почему бы и не поесть пирожков? Так, у нас дожаривается. Уже 10 Подожди. Мая. Пауза, пауза, пауза. Пауза, челлендж. 10 мая, чек. Ага, 10 мая, чек. Не тыкай мне пальцами в глаза. В общем, пироги с чем у нас были? С яблоком допеклись. Так. И последнюю партию мы хотели оставить на завтра, на картошку. Ну, там 4 пирожка, я говорю, давай что-нибудь. И сыр запихали. А вот, поэтому они допекаются. Они будут как лепешки сырные внутри. Так что... Улыбнись. Так что... Нет, вот одной части. На ночь пирожков наелись. Надо на ночь пирожков наелись. Я съела пол пирожка. Вареную доела. Не сыр, не съел. Хорошо. Так что все. Будем с вами искусственный свет. Прощаться, монтироваться. Всем да. Спокойной ночи. Всем пока-пока.